Давай. В общем, всем привет, с вами Юда. Моя запись уже идет. Как вы слышите, у нас Вова проверяет, идет ли у него запись или нет. А мы продолжаем проходить карту на выживание Agrarian Skies. И, как вы видите, у Вовы сейчас рыба, которую он мне хочет отдать. Да, Вова? Она так пытается убежать, у меня, видишь, прям в руке дергается. Да, я вижу, поэтому отдай вот, мне. В общем, это. Рыба с очень странным взглядом. А, держи. Так. Она что? Решила посидеть рядом со мной на стуле. А, окей, в общем, это у нас Roasting Ray, если не ошибаюсь. Это у нас есть одна офигенная рыбка из мода Mariculture. Особенность главная этой рыбы в том, что... Ты расскажи, она... мы ее нашли вот здесь вот, в сети. Да, мы ее нашли вот тут вот. Я сюда прихожу и смотрю, вот тут рыбка у нас вот одна. Я... Вообще, это рыбачья сеть, почему на нее смотришь, пишет жемчужная раковина, я понятия не имею. Это, скорее всего... Это какие-то глюки наших авторов этой сборки. Ну, в общем, может быть, либо просто переводчики, которые делали это все на русский, они дерево. Ну, в общем, суть в чем. Эта рыба, у нее редкость эпик, то есть самая офигенная редкая рыба. И с помощью нее мы как раз-таки сможем сделать что? А, правильно, мы сможем сделать нашего авторыбака. Авторыбака, и тогда мы заживем с рыбой. Смотри, пожалуйста, так. На доску для вяления мясо, вяленое мясо монстра. Так, погоди, я сейчас смотрю, показываю, точнее, какой рецепт нужен. То есть одна любая рыбка из мода Mari... У тебя много еды? 3,5 ножки. Одна любая рыбка из Mariculture, 2 уточки, 3 блока дерева и 1 доска. Это у нас все, что нам нужно, чтобы сделать авторыбака, чтобы не умереть с голоду. Так, так, тогда иди сюда ко мне. Я иду сюда, к тебе. Нет, и... у меня одна есть, удочка из Mariculture есть. Нам надо сейчас еще одну удочку замутить, а для этого... А, нам нужна удочка из Mariculture или обычная? Смотри, обычная я у меня вот есть одна, знаю. целая, обычная одна есть. Значит, надо еще одну. А я пока что еще тут жду, пока у нас наше дерево... А у тебя наши... ткани-то есть, как их, нитки? Нитки сейчас вот с деревом мы снимем, забыл что ли? Ёлки-палки, да я просто, мы же пауков мочили. Ну да, либо пауков, либо нитки с дерева, одно из двух. А я выбрал нитки с дерева, они гораздо легче. Так, только единственная проблемка, мне надо будет вот эти вот сети рыбачьи убрать, иначе я не смогу забрать то, что у нас выросло прямо над ним. А чё, оно провалится в них? Ну, не то, что провалится, просто пролагает там опять, я не хочу. И будет прыгать, да, туда-сюда, ну да, да, то есть... Противная штука будет. Это будет противно, во-первых, для нас, потому что нам потом придется как-то туда залезать. Так. И мы видим очередной баг мода Ex Nihilo, который вот от червячков добавляет. Этот баг заключается в том, что не всегда, кстати, срубается нормально. Бывает такое, то, что прям с этими полетает. Так, ну и мы срубаем наше дерево. В принципе, оно нам больше не нужно тут. Самое, так, вот, у сейчас... меня есть 8 ниток, посему я пошел крафтить еще одну удочку. Ага. Я вот только боюсь, что, может быть, нам не повезет, нам придется конкретную удочку делать из Mariculture. Это будет плохо. Потому что у нас даже дерева тут из этого мода нету. Да, это немножечко не очень хорошо. Так, смотри, у нас из удочки крафтится, сейчас посмотрим, удочка с морковкой и рыболов. Так, погоди, рыболов это из Main Factory. А, кстати, мы можем его попробовать. Угу, пластиковые листы, пластиковые листы, понятно. Машинная рамка, 2 ведра, я железные тебя. Слитки, я красная тебя. Принимающая катушка. А, ну да, конечно. Юда размечтался. Юда и золото в машинном. Да, конечно. Мы такие прям вообще тут. Так, дай одну удочку обычную, не из Mariculture. Смотри, удочка из Main Factory Reloaded делается из дедкордов каких-то, я не знаю. Дай мне обычную удочку. Самую обычную майнерскую удочку, дай, пожалуйста. Погоди, погоди. А как? Или положи ее в этот. Положи верстак обычную удочку твою ж налево. Зачем я крафтил вторую, скажи мне? Я делал ее. Чё не ты знаю сделал? Зачем. Так, вот понятно. Что ты сделал? Погоди. Значит, нам надо конкретно удочку из этого. Из Mariculture. Погоди, погоди, посмотри, что делается из рыбы. Просто самый первый крафт. Ты поржешь реально. Там такие милые существа справа. Или, а, ты ну, посмотри да. на червяка, это просто реально вормс какой-то. А, лайфкор.
Мариculture, да, конечно. Так, механическая губка, сортировщик рыб, вот это сканер рыб. Это Yellow просто... Dyke. Берешь, понятно. Понимаешь, как она называется? Как эта рыба, которая плоская? Скат. Ну, скат вторая, которая в реке плавает в России. Ой, я чё знаю? Как её? Карп, не знаю. Короче, ребята, в общем, кто рыболовством занимается, пишите, пожалуйста, как называется плоская рыба. Короче, берешь рыбу, у нее тоже, по-моему, глаза на одной стороне. А видишь, вопрос. Смотри, что страница 2 из 5. Сканер рыб. Просто берешь рыбу, фигачишь ее на сканер. Сверху шлеп, и все. Сканер рыб. Так. Так, смотри, автор и баг. Юда снова размечтался, он уж подумал, что сможет нормально все сделать, а в итоге там оказалось, нам надо еще дофига всего. А что не так-то, смотри. Нам надо определенное дерево, а чтобы его сделать, нам надо специальный котел, который нам нужен инвар. Инвар. Из Thermal Expansion. Инвар. Да. Слушай, а в морекультуре есть кормушка для рыб, что она делает? Кормушка для рыб. Она крафтится из двух скатов и кучи плетенок. Это, скорее всего... И занимает блок один. Скорее всего, для этого вот. Ну, для наших вот этих вот... аквариум, инкубатор рыб. Слушай, не, это, наверное, для аквариума все-таки. О, здесь есть суши, прикинь. Суши, окей. Из ската и четырех зеленых красителей можно сделать суши. Окей, ладно, я сейчас в данный момент чуть-чуть снесу микроблоки нашего дома и поставлю там нормальный блок земли и блок дерева. Точнее, этот саженец дерева с джунглевского. Так, у нас проблемка немного с нашими апельсинами, потому что они мало восстанавливают и много занимают. Апельсины, я тебе уже объяснял, что делать с ними. Ты я тебе напомню, что нам для них еще нужно. Офигеть. Что такое? Я сейчас нашел, короче, семена grass seed. Что это? Это семена этого из Ex Nihilo, грубо говоря, семена травы. Угу. Да, понимаешь, да? Трава. Саженец тропического дерева. А в чем фишка? А куда ты дел еще одно сито? Скажи мне. Сито, оно у меня. Я хочу сейчас его на одну такую вещь там есть. Если не ошибаюсь, это этот просеиватель. Другое только не Ага, а что он делает? Он из мода Мариculture, я предполагаю, просеивает, что... рыбу? Ну, типа того. Я вот думаю, что это... Так. Это Сиев, странно, кажется. Ну ладно. Ты напомни, во что мы играем? Ой... Мне даже страшно говорить об этом. Так, нам по квесту надо это сделать. Я вспомнил. Это не просто так, это я по квесту хотел сделать. Mm-hmm. Так, фишинг трип, да. О, слушай, погоди, сито. Мы это выполнили. Да, сито. И мы получим четверть сердечка. Ха-ха! Мы сможем скрафтить. У нас же есть уже 3/4. А, я вот тебе о том же. Mm-hmm. Так, а теперь только вопрос. Да, вот, сифтер. Сифтер надо сделать. Ну, сито, так, короче говоря. Ну, и там еще эти червячки. Нам, кстати, придется 2 их делать, потому что интересно, что еще он дает. Или, погоди, а у нас же не забирается. У нас же не забирается, ты че? Да, я забыл совсем об этом. Так, во-первых, у меня еды. Две палки. Две палки, две доски. Да. Так, а теперь погоди. Мне нравится, как палки из Майнкрафта отображаются. Просто шлем. А, это баг этого текста, там бывает такое. Я знаю, пошли в этот самый, вот верстак положишь, я покажу со своей стороны все это дело. Так, да, я вот сейчас как раз делаю это все. Так, что там еще надо было? И вот эту вещь. Все, вот у нас такой сифтер. Смотри. Угу. Вот, и ты его опять забрал, и забираешь опять награбки. Так, какую из этих трех сумок? Давай, Четвертую. Четвертую, окей. Claim reward. Так, я, во-первых, получил 16 магот байтов. Mm-hmm. Смотрим, что из них может... Через сифтер, если мы их будем... Погоди, дай червячка, я погляжу. Половину держи, которых так. И также я еще открою... Эй,
Они такие забавные. Так, погоди, мне сейчас самое главное, надо успеть поесть, пока у меня голод за половину есть. Так, нет, я беру реально, один ты тост. Посмотри на этот жесть. Я вижу, у меня... Ты сожрал его! Как ты мог? А? Как ты мог сожрать друга? Это вообще-то другая вещь, это я тост хавал. Ладно, окей. Так, внимание, я открываю сумку с наградой. И мы получаем, ё-моё, по 16 блоков всех кирпичей. Mm-hmm. Это Morbi Decorate Reward. Это офигенно декоративная фигня. Окей, смотри. Короче, гони мне сердце. Сердце... Мне где гони, там? Оно у меня. Окей, держи. В крафт закидывай. Ба-бам, смотри, что у меня есть. Ага, вижу, теперь так. Давай юзай его. Я надеюсь, оно даст нам бонус. Сейчас посмотрим. Да, 3 сердца у нас теперь есть. You currently die first time. Тут, кстати, еще показывает количество всех смертей, которые у тебя есть. И показывает, сколько ты всего умер. И Влад Пи 777S дважды умер. Я только один раз. А почему я-то дважды топ? А, не знаю. Угу. Интересное кино. А, ты умер один раз от Rotten Heads. А, точно. Помнишь вот это вот? Rotten Heads у тебя было-то. Которое нам выдали, помнишь? А, все, понял. Проклятое сердце. Засчитали смерть тебе. Так, вот смотри, у нас сейчас есть куча декоративных блоков. Я предлагаю их потратить на то, чтобы вот сделать темную комнату. Потом, если что, мы можем убрать. Так, нам... Смотри, чё. Следующая ачивка, буквально, которую проще всего, скорее всего, будет получить... Погоди, сифтер где? Я хочу посмотреть, чё... Следующая ачивка. Mary Had a Butcher Shop. Так, погоди. Одна гнилая плоть. Нет, 10 гнилой... Ой, нет, не легко будет. 10 гнилой плоти нам нужно брать, и 10 костей. Погоди, мы за это получим 2 летучих бухла. Сафари-сеть? А не факт, что там летучее бухло. Там может быть любое рандомное оно. Если что. Короче, сафари-сеть, еще четвертушку, сумку и какое-то... Какую-то бутылку. И два... Одно из двух этих. Ну, понятно, в общем. Так, Мунал Субмит мы делать не будем, потому что нам одна косточка единственная, что у нас есть, она нам нужна. Насколько я помню, да? А Мунал Субмит, это что? То есть вручную он просто, он проверит и сам, если что, это все дело примет. То есть он да, проверит, так там надо 10 костей. Ну так у нас-то одна есть, как бы, после дела мы можем сейчас потихоньку начать. В общем, давай я сейчас продолжу. Так, я опять не начал этот таймер, как обычно. И, кстати, смотри, еще один вариант. Мы убили 2 зомби, нам нужно убить еще 2. Одного. Да, еще одного, и у нас будет еще одна половинка сердца и 4 яблока. И смотри, в чем фишка. У нас уже одна половинка есть. Стопэ, напомни-ка мне, нам еще нужны любые где-то блоки дерева. Понятия просто не я имею. Их переделываю в доски. Все, у нас больше блоков дерева нет, все доски. Оси-то поставить, а прикинь, оси-то поставить-то не могу. А, ну, скорее всего, на улице попробуем. Там, за этим. Угу. Вот сюда. Угу. А, ну вот поставил. Оно занимает больше, чем один блок. Я подобрал его. Ставь его где-нибудь вот тут вот, на углу ставь сбоку. Смотри, вот я выламываю. Вот тут ставь. Не могу, потому что оно занимает тут еще место. А, вот оно встало тут. Оно вообще вылазит за все блоки, прикинь. Ну, понятно. Грубо говоря, посередине оно не ставит. Я знаю, короче, куда поставим сейчас его. Дай мне. Двигайся. Ставь двигайся, его вот сюда. Двигайся. Во. А, зараза. Короче, вот сюда его поставь. Вот. Где я стою. Ну, да, вот. Так. Есть предложение через это все пропустить нашу рыбу. Рыбу? А ну, что вот будет это вот с рыбой? Ну, во-первых, она идет никакая. Дай две, есть... дай две вот таких синих фигни, как на доме. Держи. Вроде. Так, так, окей, в смысле ладно. Рыба никакая?
Она дохлая. Она половину только нам восстановит, если мы ее так съедим. Если мы ее приготовим, я не знаю сколько. Там может только единица быть, как бы. Как я обычно. Окей, давай ее проситивать. И сейчас, кстати, еще посмотрим, можно ли вообще это делать. Нет, нельзя, понятно. Значит, это только... У меня такой взгляд был, знаешь, как будто бы ей страшно прям до боли. Ты так. Когда ей махал на стол, боже мой. А, вот, смотри, смотри, дай. Ну ладно, окей. Нет, она не делается на стол. Насколько я понял, там в сифтере... так. Так, как-то я смотрел, что из... Или где он используется. Мне показал, что в сифтере мы можем там гнилую плоть и все прочее можем пропихнуть. А, вспомнил. Через червячка. Да-да-да, во-во. Я нашел, короче, как мы через червяка можем в сифтере его, кстати, получить. Такого? Если мы... Что? Кто? Че? Какой Вова? Такого червяка. Да-да-да. Такого червяка мы можем получить, пропустив через сифтер гнилую плоть и голову зомби. Угу. Угу. Я только не знаю, где да вот этот я человек. Поднялся посмотреть, рыба есть или нет. Ай, мне сейчас интересно больше, где тебе еще... Тебе какой червяк? Силкворм? Нет, вот который вот этот черный магот байт. Личинка большая, да? Да. Угу. Она самая. Так, окей, ладно. В общем, я пойду там еще один тост у тебя стырю. Потому что, серьезно, у меня еды не хватает. У тебя сколько еды? Одна. Одна? Я сожру оранж. Теперь одна. А то у меня уже наступил в этот момент половинка. Я сожру еще два оранжа. Держи, я тебе скинул три. Ешь, короче, их. Спасибо. Мы у нас в более-менее таком состоянии. Так, окей. Нам сейчас самая главная проблемка, надо как-то добыть больше саженцев. Смотри, у меня есть еще одно оранжевое дерево, у нас земля есть? Земля вот последняя там стоит. Так, а что мы получим, если мы просеем песок, кто помнит? Последняя стоит где? Последняя наверху. Наверху. Последнее. Тогда я здесь сажаю оранж. Окей. Я сажаю оранж, оно вырастает, мы выкапываем из-под него землю, и оно дальше левитирует. Так, вот песок мы можем получить. Так. Можем получить кучу семян из экс-нихайла. Чего? Если песок просеем в этом сити, то мы можем получить лаймстоун, крошет айрон ор, то есть говоря, это руды, это не семена. Так, понятно. Так, плохо все, очень плохо. Так. Или что, или тогда в пыль превратить? Зачем нам пыль? Я не знаю, честно. Нам на самом деле надо землю просеивать. Чтобы землю просеивать, нам надо либо кучу... Слушай, а что если мы пожертвуем едой ради этого печи? В смысле? Смотри, мы сейчас просто всю пшеницу, что у нас вырастает, мы ее превращаем в этот, как его зовут, компост, и получаем землю. Посеиваем, берем камушек. Это без проблем, росла бы эта пшеница еще побыстрее бы. Ну, этого да, это проблема на самом деле. Так, и что вообще мы тут можем сделать-то? Bees and Trees мы никак не можем сделать. Hell's Kitchen, что у нас тут такое? Надо сделать Mixing Bowl, грубо говоря, все вот эти. Ну, соковыжималку надо сделать, для этого нам... Короче, мы долго еще до этого дойдем. Все плохо. For the hoarding. Смотрим, что у нас тут. Storage vars. Так, это нам надо better barrel и два апгрейда. Я получил. Go with the flow сразу, не смотри. Go with the flow, я знаю, что там все очень. Там куча жидкостей. Ну и Bridging Rights тоже не смотри, бессмысленно.
Да. В общем, мы надолго тут застряли. У нас очень жестокие напряги с едой. Да, есть такое дело. Так. А знаешь, что нам надо в данный момент? Нам сейчас надо либо жертвовать вот этими вот оранжами, которые единственное, что нас более-менее пока что спасают. Смотри, в чем фишка. Видишь раз, видишь два, и видишь, там вот наверху три растет. Ну. Ну и как бы все. И больше у нас нет саженцев, а дерева. Дерева такого. Ну, этот, на самом деле, я тебе скажу так. Саженцы — это так, это фигня. Самое главное, чтобы у нас хотя бы на компост было что отправлять, то есть... Ты мне вот скажи, каким это образом саженцы — это фигня? Саженцы... А что мы должны будем есть? Да, есть это я не спорю. Пшеницу. А теперь смотри, что я сделал. Что именно? Ты потратил костную муку, я угадал? Точнее, косточку, чтобы сделать... Одну штуку, да, потратил муки, зато у нас это дерево, правда, оно косячное, это безумие. А, главное, чтобы там было много этих, как его зовут? Так. Плодов? Хотя бы листьев. Листья есть, плодов только два. Плоды-то на самом деле, поверь, мы будем в основном из-за этого всего другого там жить. Так, я сейчас, короче, тут маленькую платформу сделал, да? Сейчас надо ее только чуть-чуть сделать так, чтобы она была темной. Говоря, маленькую коморку для мобов. Uh-huh. Uh-huh. Так, вот только единственная проблемка, так как мы играем все-таки на мультиплеер-версии карты, меня пугает то, что все-таки тут другие дома, то, что вот другие острова. Есть предложение, и вопрос сразу будет тогда к зрителям. Как они смотрят на то, чтобы мы время от времени летали с помощью наших зелий полета, то есть мы заберем все зелья полета с нашего спавна. Да, я не знаю, короче, зачем мы это делаем, но, в общем, мы оттуда их все заберем только для того, чтобы мы могли потом на другие острова, если что, вот так вот пролетать. И брать оттуда все вот эти вот. То есть там, допустим, если вдруг заспавнится ночью мобы, мы могли просто туда бы слетать, проверить... И все это дело там заполучить. А что ты делаешь? Я туплю. Я заметил, что тупишь. Я пытаюсь, но не получается. Окей, ладно. Я хотел бортик таким образом сделать, чтобы сэкономить, делать не забор, а планку. Тогда я тебе даю маленький совет. Бери дом наш и разбирай хлам. Нет, дом в хлам — это нехорошо. Чё ты, ну что ты сделал, человек? Я разобрал. Я разобрал часть дома нашего. Так. Теперь вопрос, ты подобрал или кто? Не я. Так, окей, значит не я, значит упала вниз. Так, ну вот смотри, у меня вот сейчас в данный момент есть, 16:32, 48, 64. Так, короче, два стака разноцветных камней. Я вот думаю, может мне их использовать, а? Чтобы построить это все быстрее. Ну, используй, в принципе. Потому что потом-то мы... Если что... Что? Блин, я думал, ты сейчас сверзнешься, а ты пьяный. Нет, я не свалюсь, не боись за меня. Это знаете, так. Ребята, пьяному море по колено, как говорится. Я когда наступаю вот на этот блок, все становится синее. Это норма. А, так это ты превышаешь уровень этого... Я же тебе, помнишь, говорил, 62 уровень это... Ой, 63 это уровень земли, а мы находимся на уровне ниже, чем земля. То есть мы под землей находимся. Точнее, уровень моря, если не ошибаюсь, называется правильно. Это замечательно. Короче, смотри, в чем фишка. Фишка заключается в том, что я вешаю здесь еду. А, окей, ладно, вешай. А мне не хватает уже блоков. Все. Так, у меня еще минута 40 будет этот баф действовать. Так, мне сейчас знаешь, что надо? Тут самое главное. Не знаю даже. А, узнай, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не-не-не-не. Вот Glowstone Brick даже, ё-моё. Нет, он нам не нужен.
Лач Глоустон тоже будет светить. Блин. Давай его мне, давай мне их, которые светятся. Держи, два стака светящихся камней. Мне сейчас придется как-то вот это вот все дело сколупывать тогда, чтобы потолок из этого сделать. Главное меня... О, скелет, скелет! Прекрасно. А у меня два скелета. Три скелета. Йо, ты посмотри, сколько у нас там летучих мышей. Погоди, погоди, я их сковородкой, сковородкой. Так, тут еще крипер. Крипер. Твою ж. Ты жив? А, слушай, а глина-то не рушится. Я там бы сковородкой, сковородкой бы их. Да кирка, так легче. Угу. Так, смотри. Слушай, она из этого сделана, поэтому ей можно. Так, теперь самая главная проблема. Так. А, у меня, кстати, три кости. Короче, смотри, кидай их вот сюда, в сейф. Так, четыре кости есть. Мы что будем делать? Все-таки квест или сначала хотя бы себе еды? Я думаю, что сначала стоит нам, наверное, пройти квест. Я не знаю. Нет, стоит сначала прожить. Поверь, выжить самое главное. Хотя, да, слушай, у меня осталась одна вообще. Одна ячейка голода. Что сожрать? Сожри, не знаю, вот этого червяка. Не готового, правда. Он вроде как тоже можно есть. Там половинку восстановит. Так. Короче, я предлагаю взять косточки, да? Превратить их в костную муку. Как раз 12 штук у нас появится. И пойти выращивать деревья. По фасту нам надо деревьев много. Угу. То есть, грубо говоря, мы сейчас вот это все срубаем, то есть наплюем на эти саженцы, которые у нас. Нет, или это же... не руби, смотри. Нужно выкопать. Нужно чисто выкопать, защищая меня от зомби. Зомби! Мы сейчас можем сделать этот квест. Мясо, 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 мы можем мясо пройти. Мясо этот самый, ты понял? Да, я понял. Так, все. Квест на этих, на повторный, кстати, квест этот. Сейчас я получу награду за него. Ой-ой-ой. Крипер, стоп. Так, я, пожалуй, это тут полетаю, открою квест заодно. Так, у меня сейчас было просто половинка еды, реально дикий экшен. Теперь у меня их полторы, я пожарил червяков этих. Давай я тебе сейчас дам два яблока, держи. Тогда доставай быстрее червяков оттуда, пока они не зажарились. А, нет, они пусть жарятся, поверь. А я у нас больше нету вариант. Таких червяков, ну ладно. У меня есть еще один, не боись. Угу. Так, окей. У меня есть половинка сердца. Где у нас еще наша? Еще наша половинка. В итоге мы вот так вот выкладываем крафт и получаем одно целое сердце. Выбей, пожалуйста, вот этот кусок золота. Кусок золота? Это Глоустон. Глоустон, да. Так, и мы теперь получили наши 4 жизни обратно. Так, все, я. Так, так, крипер, аккуратно. Ай, уходи, 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 уходи. Зараза, ты что делаешь, а? Я его убил. Так, слушай-ка! Мы все, наша мобоферма готова. Ты о чем мне сейчас? Я о мобоферме, которая находится вот за тем этим. За той дверью. Ага, прекрасно. Вот только проблемка, как их убивать? Короче. Так, а где, кстати, твои вот эти вешалки для этого. Для милого. Погоди, раз, два, три, четыре, пять. И на шестой блок я воткну. Раз, два, три, четыре, пять. И на шестой блок я воткну. Сейчас придется вот это выкопать. Вешалки вдоль дома, вдоль всего дома. Ты что, не видишь их? Нет. Раз, два, три, четыре, пять. И на шестой блок я воткну вон туда. Так, а я сейчас кое-как взрастил чертовы. Ты это сейчас что тут пытаешься? Не парься, все хорошо. Окей, ладно, так. У меня 16 секунд этот полет остался. Так, и все, у меня больше нету зелья полета. Так. Спасай, Влад, спасай. Где? В доме. Что, прям в доме? Одного убил. Еще одного убил. Так. Проблемка у меня сейчас есть одна небольшая. Какой черт открыл? Вова, не пугай меня так, пожалуйста. Я это бегал со сковородой тут.
Помнишь, что ты со сковородой бегал? Ну, понимаешь, это не дело. Да ладно, все окей, мы же выжили. Ага, только у меня осталась одна единица голода. Осталась одна единица голода, да, и очень много-много-много кирпичиков, да? Да, кирпичиков да дофига. Так, смотри, эту дыру с водой я сейчас заткну, у меня есть синяя обожженная глиняная палка. Так, слушай-ка, есть предложение одно, небольшое. Это я свет сделал, видишь, у нас здесь не спавнится. А, окей, раз, ладно. Два, три, четыре, пять. F7 нажать и никак, да? Никак. Вообще только хардкор. Только хардкор. А-а-а! Глина ушла от меня гулять. Так, так раз, все. Два. Я там поставил блок этого. Опять вот тут. Надеюсь, что здесь нормально. Здесь, черт, черт, мне не на чем жарить этот еду. Еду? У нас досок больше нету. Вот, нажимная плита, палки. Ну и вот. Удочки. Короче, Роутен Флэш. Лодка. Роутен Флэш, мы во что сейчас можем превратить? Это кроме что? Вот этих джерки, это гнилая плоть. Не знаю, что из нее делается еще, но мы хотя бы это сможем съесть. Вот, развешивай дальше. Развешивай. Понимаешь, суть-то в чем? Мне осталось вот буквально. Либо я сейчас ее ем. Ты можешь сожрать гнилую. Я. Сожри вот такую личинку. Нет, не жри ее. Сожри. Сожри вот такую личинку, да, жри их. А, вот эти большие? Угу. Сколько они восстанавливают, мне интересно. Ёкарный бабай, нифига. Там на секунду. Восстанавливает хоть что-то? Да, она восстанавливает, но у тебя на 5 секунд тошнота. Но она половинку восстанавливает. Да, но как понимаешь, тошнота это тоже плохо на самом деле. Нет, она вот у меня сейчас, я сожрал, у меня сейчас 4 сытости, при этом тошноты было всего на полсекунды. Окей. Так, а мне вот больше интересно, как вот это вот вяленое наше мясцо понять, когда оно уже загорит. А оно, текстура сменится. У тебя какой текстурпак? Fightful. Короче... Она поменяется. Она у тебя как выглядит? Ладно, не знаю, как она у тебя выглядит. Короче, она поменяется. Это я понял, что она поменяется. Суть не в этом. Суть в том, что у меня и так уже сейчас все плохо. На крыше, кстати, надо это дерево срубить по-быстрому. Ага. Так. Офигеть. Так, смотри, если я вот сюда воткну, окей будет? Окей будет. Так, нет, не стоит сюда вот так втыкать. Блин, офигеть. В данный момент у меня 7 этих, как их зовут? Ой. Кого? Тех самых фигней. Кстати, у нас тут скелет еще рядом гуляет. Ты чё там шипишь? Я убиваю все подряд, поэтому... Да, я сейчас чуть не уплыл в бездну просто. Ой, у меня осталось 2 сердечка. Все плохо. Но я не выбил и ни одной косточки. Твою ж дивизию. Так, мне сейчас придется что-то придумать, чтобы... Что за фигня? Чтобы что? Чтобы выжить. Мне надо... А, точно, тосты сейчас быстренько сделаю. У меня на 2 тоста тут есть. Так, угу. Тебе надо или нет? Смотри, я у нас в пруду тоже воткнул светопыль. Ага. Поэтому у нас там светится. Так, тут получается 1, 2, 3, 4, 4, 5. Как бы вот сюда ее можно воткнуть. У нас тут лампа с этой стороны. Угу. Короче, я сейчас здесь воткну ее тогда. Так, я так понимаю, что этот... Что чё? Так, понятно. Мне сейчас придется каким-то макаром лезть на крышу нашу. И да, я, кстати, мы уже превысили время, если что. Мы превысили время, в принципе. Ой-ой-ой, слушай, мы время превысили уже, ой-ой-ой, превысили. Да, поэтому, ребят, спасибо, что вы смотрели. Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. И кто любит большие серии, вам повезло. Мы задумались, и вам повезло, да. В общем, всем пока. Фух. Пока всем. Так.